Антимайдан YouTube. Ну да. Ну, конечно, не это самое. Не гуманитарку привезли. А может быть, доктора Юстам со стороны света очень большая колонна идет. Саня, а что там в воздухе, как парашюты, что-то такое? Это не парашюты, это у нас три ловушки, они сейчас падают, догорают. Ну они сбили хоть его. Так это ловушки, а не парашюты? Ну да. По-моему, парашюты. Да ну. Нет, парашюты не горят. Опа, есть. Так это ловушки, да? Стреляют по ним. Где-то пошел самолет, а то они сейчас его смучат. Блин, самолет сбивают? Ну да, вот там вот ниже. Понятно. Ладно. Вон он летит. Ну давай, попадай, ё-моё, $5000, видишь, как вот. Где этот самолет? Вон он, видишь, он, смотри, между деревьями в самом низу. Видишь, он полосает. Да, нифига. Вот они его пытаются сейчас. А, вон он, что ты стала там? Мы-то на земле уж еще не упадем. Это ловушки, которые мы отстреливали. Это парашют, по-моему. Они вначале горели, светились. Нафиг как салют, потому что парашют же не горит. Там стропы вроде видно. Вон, видите, как вон. Купол и вниз. Ну, один там парашютист был, вроде. А сейчас который из них парашют, я уже не пойму. Один был, когда они горели, было видно, ловушки летят и парашютисты пускаются. А где он сейчас, хрен его знает?